привет! Сегодня я забрала свой заказик из магазина парфюмерии и косметики Рандеву. У меня была доставка в ближайший пункт выдачи рядом с домом. Я сама так заказала. Также можно оформить доставку курьером или самовывозом забирать. И хочу вам показать сейчас свой заказик. Перед тем, как мы начнем смотреть, хочу обратить ваше внимание, что на сайте проходят сейчас распродажи. И также то, что под видео будет находиться мой промокод, который даст вам скидку дополнительную 10% от суммы 2500 покупки. И также есть смысл оставлять отзывы на сайте за купленный вами товар. За каждый отзыв начисляются тоже бонусы. И потом при следующем заказе вы можете их списывать. Они будут идти как дополнительная скидка к вашему заказу. Промокод суммируется со всеми скидками, которые уже есть на сайте. То есть это будет еще минус 10% ко всем скидкам. Итак, начнем смотреть. Что же я заказала? У меня будет вот такой вот шампунь. Очень красивая у него упаковка. Все ссылочки будут под роликом на товары. Можете переходить, смотреть и знакомиться. Этот шампунь от бренда Alin. Он идет с экстрактом манго и ягод асаи. Как вы знаете, я очень люблю манговые всякие отдушки. И этот шампунь подходит для всей семьи, так как у него довольно большой объем. Здесь 500 мл. И я взяла его. В основном пользоваться будет моя дочка и я, потому что муж, он себя отдельно покупает. А мы с дочкой будем вот таким. Здесь идет сбалансированная формула, которая деликатно очищает волосы, оказывает бережное воздействие. Экстракт тропического манго обогащает витаминами и минералами, увлажняет, тонизирует и восстанавливает волосы по всей длине. А экстракт бразильских ягод асаи глубоко питает, укрепляет и предотвращает сечение кончиков. Подходит для всей семьи. Ну, как пользоваться, я думаю, вы знаете. И давайте продолжим смотреть, что было в моем заказе. Это вот такая вот мицеллярка от Garnier. Все, наверное, знают и пробовали уже эти мицеллярки. Они бывают разные. И все, какие я только не пробовала, мне все до одной нравились. И, в общем, это какой-то хит и must-have среди умывалок, убиралок макияжа, можно так сказать. У меня были и двухфазки, и обычная такая розовенькая, самая первая из их выпусков. Они сейчас есть и с алоэ, и вот такая желтенькая с витамином С. В общем, разные-разные, и вот это будет снимать макияж, очищать, выравнивать тон кожи. И подходит для лица, глаз и губ, не требует смывания. Ну, я, конечно, смываю. Я всегда мицеллярки смываю, но если, например, это где-то произошло в каких-то там дорожных, может быть, условиях, машин, например, и так далее, можно и так обойтись. Очень хорошие мицеллярки, здесь большой объем, здесь 400 мл, и также присмотритесь, кто не пробовал, надо обязательно попробовать. Это очень хорошие мицеллярки, которые не разъедают глаза. У меня чувствительные глаза, я ношу линзы, и многие мицеллярки мне немножко пощипывают, вот эти нет. Эти хорошо подходят, ничего не разъедают, ничего не щипят, глаза потом не чешутся. Ничего такого я не испытываю, никакого дискомфорта. Дальше мы с вами будем смотреть уже декоративную косметику. И давайте начнем вот с такой палетки. Называется она Glow & Bronze от Essence. Вот так она выглядит. Вы знаете, у меня эти палеточки видели, я еще принесла показать, кто не видел. Какие они еще бывают. Сейчас я сниму пленку защитную, которая находится на палеточке. Вот такие три рефила. Это хайлайтер такой не слишком ярко выраженный. Это хайлайтер более яркий и бронзер, но бронзер не темный. То есть будет подходить он на даже светлую кожу. Эти палетки очень сделаны неплохо, в том плане, что их приятно в руках держать. У них такой картон приятный. Сами они довольно-таки пухленькие. Вот таких три оттенка. Универсальные цвета.
Они довольно пухленькие, такие какие-то гладкие, вот, что я их очень полюбила. Я вам сейчас покажу еще палеточки, которые у меня уже куплены. Вот такие у них еще были две палетки. Похож очень на эту. То есть сделано одинаково. Вот. Но такой у меня не было, я решила себе заказать. А эти палетки мы их сводить не будем. Мы посмотрим просто как внутри. Вот так сделана одна палеточка. Это палетка хайлайтеров. Хотя почему не будем? Давайте посмотрим. Вот эта палеточка хайлайтеров и палетка бронзеров. Вот такая. Здесь хорошее такое качество рефилов. Они такие мягкие какие-то. Все сливочные. И палетка бронзеров. Вот такие сводчи. В этой палетке собрано как бы две вот этих, да, если по сводчам посмотреть. Тут и бронзер, и хайлайтер, все есть. И следующее, что я вам покажу, это тоже просто сумасшедшая новинка. Вышла у бренда Le Manie. Они выпустили в линеечке теней призм еще один оттенок. Вернее, не один, там еще есть матовый, по-моему, рефил. Но матовый я не хочу брать. А вот эти спарклы, спарклы, конечно, да. 014 номер. У меня выходил ролик, где я показывала все оттенки теней вот этих Le Manie. Можно набрать в поиске все оттенки теней призм Le Manie. Там выходит мой ролик, и очень красивые сводчи. Все видно, все оттенки можно выбрать и подобрать. Они представлены также на рандеву. И купить там любимый себе оттенок. Тени действительно шикарные, просто вот не устоять. Они вот так выглядят. И номер 14, это они такие мягкие, прям вот гладкие. Смотрите, какая красота. Чуть-чуть дотронешься, и уже у тебя получается невероятный сводч. Смотрите, девочки, вы только на это посмотрите. Таким сводчем можно, конечно, накрасить даже не два глаза, а больше. И как это сияет и сверкает. Вот так, если наклонить, у него подложка такая персикового цвета. А если на свет смотреть, то здесь идет такое сияние, сияние, сияние. Если против света смотреть, то вы видите, как переливается. Сколько тут спарклов, какой-то необыкновенный оттенок теней. Смотрите, все сияет нереально. У меня сейчас сводч, он очень яркий. Если его вот так растянуть, допустим, и чуть поменьше, чтобы сверкал. Можно краситься, чтобы было меньше блесток. Допустим, вот так сделать. Можно сделать так, можно так, как угодно растянуть. Сияет, сверкает, вы видите, как. Необыкновенный оттенок теней. Ой, даже вот вытираешь, и все равно, смотрите, по руке какие блестки, они все равно даже не вытираются толком. В общем, тени супер просто. И что еще у меня будет? Теперь давайте немножко посмотрим средства для губ, а потом еще к красоте вернемся. Из средств для губ я взяла бальзам от Catrice. Вообще изначально хотела я 0,40, а взяла 0,20. Почему 0,40 хотела? Он такой знаменитый оттенок. Его кто-то из блогеров показал, сравнил с оттенками от Clarins, черная помада. И, соответственно, разобрали, не найти. Ну, я думаю, 20-й тоже будет красиво выглядеть. Вот так вот он смотрится. И давайте посмотрим, как он выглядит. Да, это бальзам полупрозрачный и влажный. Вот так выглядит. Сейчас я на губы нанесу. Да, похож на блеск для губ по эффекту. То есть такой же влажный, мокренький какой-то финиш. И приятно очень на губах сидит. Бальзам, помада Catrice очень я люблю. Вы знаете, это такой бренд мной любимый в этом плане. Это идет эко-формат и что входит в состав бальзама. Гиалуронка, огурец,
и имбирь. Ну, насколько я поняла. Корень имбиря. Так, значит, в бальзаме 3,5 грамма. Немаленькая помада. Оттенок это 0,20. И что тут написано? Страна, производитель Италия. В этом бальзаме нет такой сладкой отдушки, как обычно у помад Catrice бывает. Можно сказать, отдушки тут практически никакой нет. Наверное, за счет того, что это эко-линия, никакого такого аромата отдельного не замечается. И следующая помадка, это вот Белор Дизайн. Вот такая черненькая, мне почему-то понравился дизайн этой помады, как она выглядит. И оттенок этот 106 называется. Здесь больше не было никаких наклеек дополнительных. Вот так она выглядит. Белор дизайн написано. И давайте посмотрим на сводч. Это тоже такая влажная помада. Очень влажная. Сейчас я еще хочу ее немного на губах протестировать. Да, она невероятно приятная. У нее такая вкусная отдушка. Очень вкусная отдушка. Помада похожа на бальзам. Такая какая-то тоже влажная, гладкая, приятная. И цвет красивый. В этой линейке на сайте невероятное количество оттенков. Очень много. Там, я не знаю, наверное, штук 20, может чуть меньше. Но цветов очень много. И яркие, всякие. Бледные, нюдовые, розовые и красные. Любые-любые. Стоит помада очень бюджетно. Меньше, чем 200 рублей. И классная по качеству. Очень понравилась помадка. Поэтому могу вам тоже посоветовать ее. И следующее, что мы будем с вами сегодня смотреть, это тоже новинка косметическая. Это сейчас такой бум. Многие девочки скупают. Catrice Space Glam Holo Highlighter. Есть еще в этой линейке тени вышли. Но тени я брать не стала. Однушки. А вот хайлайтер этот меня очень заинтересовал. Он небольшой. В нем всего лишь сколько по граммам там? 4,6 грамма. И это не просто хайлайтер. Вот он сейчас выглядит белым, но на самом деле у него такое розовое сияние. Сейчас я вам покажу. Вот знаете, как выглядит. Я взяла, когда сделала сводч, я поняла, что для меня это будет просто тени будут. Это не хайлайтер. Потому что очень ярко-розовый, вот видите, розовый его цвет, вот, он не белый, он реально розовый, и он очень распадается на отдельные блестки, это просто вот как тенюха спаркл, сейчас я покажу вам по-другому, вот так вот он белый, а если ему сделать тень, вот, то он превращается в розовый. И, как вы видите, прям вот на блестке распадается сильно. Это очень хороший будет спаркл и тенюха для глаз. Кто вот любит холодно-розовые оттенки, смотрите, как он будет сверкать. Вот так вот. Он очень красивый, смотрите. Ну, прям вот когда фокуса нет в фотоаппарате, он прям вот эти блестки в нем прям бегают, бегают. Очень красивый хайлайтер, но в качестве теней. Именно в качестве теней. Он стоит недорого. Если покупать такие просто тени, то это может до 1000 рублей доходить ценник. А здесь рублей то ли 400, то ли 500 цена. 4,6 грамма. То есть, как если как тени использовать. Это очень даже дешево для такого качества. Супер просто. Вот это отличный спаркл. Вот не хуже, чем вот у Лимони. А Лимони, они стоят под 1000. Так что даже вот в этом плане я бы рассмотрела покупку этого хайлайтера чисто использовать для глаз его. Ну, кто-то, может быть, любит розовый хайлайтер, тот может использовать и как хайлайтер, кто любит. Я просто не очень люблю, поэтому для меня это тени. А так это может быть чем угодно. Это зависит уже от ваших
вкусов и предпочтений. И что у нас с вами остается на закуску? Мы с вами практически уже все посмотрели. И нам осталось только посмотреть подарки быстренько, которые сайт Рандеву дает с каждым подарком. Мне положили в этом заказе от Лимони полоски для глубокого очищения пор носа. Здесь их 3 штуки. Это, видимо, шло с покупкой вот этой однушки. Подложили такие вот полоски очищающие. И что еще? И еще, как правило, 2 пробника всегда кладутся в любой заказ с Рандеву. И у меня в этот заказ они положили пробник от корейского бренда Skin House. Это против морщин крем. Я очень люблю Skin House, вообще корейские бренды. Вы знаете, я много про них часто рассказываю. Все люблю пробовать, новинки всякие. И еще у меня есть пробник парфюма. Вот так он называется. И, знаете, это такой специфический для меня оказался аромат. Он очень насыщенный. Вот первое мгновение, когда им пользуешься, кажется, что один пшик вот просто способен вас задушить. Вот реально. Настолько это какой-то мощный вот аромат. Он прям как так сильно звучит. Мне кажется, вот одного пшика хватило бы на всю шею, и второй, допустим, пшик на руки, и все, и вы обеспечены. Вот этим пробником можно пользоваться будет не один раз. Очень концентрированный аромат, я немножко не фанат таких. Я люблю более слабо, когда они пахнут. Ну, может выветриться сейчас, спустя какое-то время. Но вот первое мгновение очень яркий такой какой-то, не особо сладкий. Особенный аромат, в нем есть какая-то своя индивидуальность. Не знаю, что там в состав, я не вчитывалась, не смотрела. Покажу вам просто напоследок еще, как хорошо упакованы бывают заказы с сайта Рандеву. Смотрите, сколько здесь вот этой пупырки. Все всегда приходит в целости и сохранности. Разбитое мне ничего ни разу не приходило. И вот такой вот заказик. Еще раз повторюсь, не забывайте при оформлении использовать мой промокод. Он даст вам дополнительных 10% к уже имеющимся скидкам. И смотрите под видео ссылки. Там будет все, что вы сегодня видели. Кроме вот этого. Потому что это я вам принесла из своих закромов показать. А вот это все остальное вы увидите под роликом. Все, на этом я буду с вами прощаться. Пожелаю, как обычно, вам хорошего лета, хорошей погоды. Чтобы вы провели это лето как можно более ярко, запоминающееся. Осталось много эмоций. И чтобы было о чем потом поговорить холодными зимними вечерами. Все, девочки, прощаюсь. Спасибо за подписку, за лайки, за комментарии. Мы с вами увидимся обязательно в следующих видео. И до новых встреч. Пока-пока.